Ребят, на сайте Clash King сейчас действует акция. При пополнении 100 рублей вы получаете 50 рублей в подарок. Эта акция длится всего лишь до Нового года, поэтому успей принять участие. Также на сайте действует акция X2 Loot, то есть в два раза больше шанс выбить какой-то крупный выигрыш. Обязательно пользуйтесь, заходите, ссылочку оставлю в описании. Очень легко заводить и выводить деньги и донатить в игру. Также получайте бесплатные промокоды каждый день. Ссылка в описании. Привет, дорогие друзья! Новый выпуск по Clash Royale, предпоследний в этом году. Сейчас мы откроем сундучки на аккаунте Flash Red. Видим табличку ошибка, да, клиент и сервер не синхронизированы. С этой проблемой, наверное, столкнулись все те, кто набили сундук короля. Но я думаю, все уже знают этот баг. Нужно перезапустить игру и сейчас быстренько прокликать и открыть этот сундучок. Ребят, будет выпуск небольшой. Сейчас объясню, почему будет он только на одном аккаунте. Сейчас загрузится игра. Мы постараемся успеть быстро прокликать легендарный сундук. И вот он, открыли. Отлично. А то Flash Red реально не играл до того момента, пока я не записал у него видео. И, ребятки, что-то пошло не так. У нас завис сундук. Интересно, что это будет. Я надеюсь, мы... Оу, нет, вот это неприятная ситуация. Нет, пожалуйста, надеюсь, блин, ребят, я даже запись не буду прерывать. Я надеюсь, этот сундук, он откроется. Откроется, и мы его сейчас не просрали, потому что либо проблемы с интернетом, либо... Да, да, все хорошо, отлично, все, я спокойный. Я не знаю, с этим сундуком какие-то баги, он реально то открывается, то не открывается. Так, ну я возьму ему вышибалу, я знаю 100%, что он с ней играет. Ну блин, ну что такое, почему лагает? Фриз либо торнадо. Я возьму, наверное, возьму фриз. Только вот Wi-Fi не перестает лагать. Блин, ну дайте нам открыть сундук, да я сделаю приветствие нормальное. Блин, честно, не знаю, что это за проблемы? У вас такое тоже было? Легендарный сундук короля, он вообще не открывается. Пишет, что вот это только на его аккаунте такое. Да ладно, мы что, еще раз будем сейчас его открывать? Вы такое вообще видели? Мы один сундук открываем два раза. И, ребят, у меня с интернетом все нормально. Я вам гарантирую, что это 100% не за моего интернета. Давайте попробуем быстро прокликать его. И сейчас будут леги. Что это было вообще? Что с этим сундуком? Суперсел, алло. Блин, ребят, ну это, конечно, бред какой-то. Так, ну давайте возьмем ледяного колдуна. Тут однозначно, потому что на третий уровень уже был пламенный, а ледяной колдун нет. Все нормально, мы его открыли, мы получили лут, все же зачислилось. Итак, ребята, еще раз всем привет. Значит, я объясню, почему открытие будет только на одном аккаунте. Flash Red, возможно, его кто-то знает, возможно, кто-то нет. Зовут этого игрока Богдан. Он давно, не то чтобы мечтал, но хотел попасть ко мне в видос. Он смотрит меня с самого начала. Он давно на меня подписан, постоянно меня смотрит. И я ему с недавних пор выдал модератора. Позже он стал моим помощником по ВК. Он отвечает сейчас всем на сообщения. Он следит за группой, он вообще следит за всем. Это, как бы сказать, мой зам, мой менеджер, админ, не знаю. Вот, и он никак не может попасть ко мне в видео. Он пытался и сундук какой-то набить, и взять 4900. Кстати, у него так и не получилось. По-моему, одна игра оставалась. Вот у него рекорд 4889. И вот, ребят, в честь Нового года я решил, как бы, ему вот не то чтобы исполнить мечту, но просто вот реально записать чисто только на его аккаунте видос и посвятить этот весь выпуск его аккаунту. И хочу, ребята, передать ему огромный привет и большое спасибо тебе, Богдан, за твою помощь, за то, что ты всегда меня поддерживаешь, и надеюсь, что ты останешься со мной и в следующий 2018 год. Также, ребят, давайте поблагодарим тоже Богдана, потому что, ну, возможно, многие его уже знают, он модератором у меня на стримах постоянно. Но я думаю, этот ник уже для вас знаком, поэтому давайте, напишите какое-то мини-поздравление, там, спасибо, не знаю, друг друга поздравьте, кого-то еще, поставьте лайк и пишите комментарии. Ну и давайте откроем сундучки, надеюсь, мы ему выбьем, ну, как можно больше легендарных карт. Значит, одну мы уже легу выбили, и давайте перенесемся к остальным сундучкам. Так, я быстро прокликал огромный сундук, потому что меня больше интересует... Оу, смотрите. Так. Блин, а чё? Давайте какую-то колоду создадим, это у меня не отпускает это окно. Так, что у нас тут в магазине? В магазине у нас есть ночная ведьма, но ночная ведьма у него уже была. Давайте бесплатно купим торнадо. Это уже сам он решит, покупать ее или нет. Итак, у нас еще остался клановый сундук. Магический и супермагический. И, кстати, Богдан не играл, наверное, около недели из-за того, что он ждал, чтобы я записал видос. Потому что с этим сундуком невозможно играть. Он постоянно выдает ошибку, пока его не откроешь. Поэтому, блин, большой респект тебе, Богдан. Спасибо, что дождался. И вот, получай отдельный выпуск на своем аккаунте. Так, ребятки, ну вы поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы ему сейчас выпало лего. Так, давайте у эпических карт. Эх, блин, нет, мимо.
Выпала нам заморозка, но у нас еще есть супер магический сундук. Его мы оставим на потом. Я запрашивать карты никакие не буду, пускай он сам потратит эту возможность запросить эпическую карту. И я записываю еще так поздно видео, потому что, блин, скоро Новый год, ребят, не успеваю ничего, поэтому еще будет сегодня один выпуск, обязательно подписывайтесь и ждите, это будет последний финальный выпуск в 2017 году. И, к сожалению, с кланового сундучка также нам не выпало Лего. Ну что, вся надежда на супер магический, погнали, давайте откроем. 7000 золота, гоблин с дротиками, мега миньон, хижина варваров, боевой таран. И вот она легендарочка предпоследней картой. И давайте смотреть, какая же Лего. Итак, ночная ведьма. Кстати, она у него сейчас есть в магазине. В принципе, можно ее и купить, потому что на третий уровень останется потом две карты. И заморозка. Блин, мы ему сегодня заморозки выбили на шестой уровень. То есть я ее, по-моему, в драфт выбрал. И плюс она, по-моему, в двух сундуках выпала, если я не ошибаюсь. Вот, это все сундучки, которые были у него. Я еще думал провести парочку онлайн-атак на его аккаунте, но я думаю, что это будет лишним. Ребят, это такой коротенький предновогодний выпуск по открытию сундуков. Честно, я не так хотел вас как-то удивить этим сундуком новым легендарным, но, возможно, и вам было интересно. Мы один сундук открыли два раза, то есть это вообще какой-то бред. И порадовать Богдана, что он попал наконец-то ко мне на канал видос, и я думаю, что он возьмет 4900 и попадет еще раз на открытие драфт сундучка. Все, ребят, на этом буду завершать. Подписывайтесь, ждите еще один будет выпуск. Всех с наступающим, до новых встреч. Всем, ребятки, пока.